Всем здравствуйте, с вами магазин «Установочный центр Фронткам». На установке у нас Volvo XC90. Установили магнитолу на андроиде и камеру заднего вида. Камеру поставили рядом с плафоном подсветки номерного знака. Встает аккуратно, смотрится незаметно. Край бампера видит. Камеру поставили с максимальными характеристиками, Full HD. 170 градусов угол обзора. У нас уже много обзоров было на канале. Обычно магнитолу устанавливаем в верхнюю часть. Сейчас клиент захотел установить магнитолу вниз. Изначально здесь была установлена двухдиновая магнитола от фирмы Incar, проработала она, кстати, 8 лет, была на платформе Windows SE, но уже морально устарела, и клиент решил ее заменить на платформу Android. По магнитоле здесь идет современный процессор Unisoc 7862, 3 гигабайта оперативной памяти, TC2 встроенной. По диагонали экрана 10 дюймов идет. Устанавливается в переходную рамку двухдинную, рамка подпиливается, в нее устанавливается планшет, сзади все это крепко держится, не шатается, все намертво. Встает без каких-либо щелей, зазоров, все аккуратно. Установка, естественно, требует ряд доработок. Также необходимо докупить специальный адаптер, чтобы клавиши на руле работали. Кнопки, соответственно, работают. Громкость. Переключение треков. Камера заднего вида включается автоматически при переходе на заднюю скорость. Как говорил ранее, край бампера виден, угол обзора 170 градусов, максимальный, то есть рыбий глаз, линза. Качество прорисовки картинки очень высокое. Интернет магнитола раздается с помощью сим-карты. Симку вывели в бардачок. Здесь же два USB. Сюда флешки, жесткий диск подключаете. Мы сейчас интернет с телефона раздаем. Соответственно, заходите, как на любом устройстве на андроиде, в Google Play Market и устанавливаете приложение. Здесь предустановлен YouTube, можно заходить, смотреть фильмы, мультики. Есть функция разделения экрана, на одной части YouTube, на другой Яндекс.Навигатор. Одновременно можно пользоваться. Карты в навигаторе можно загрузить в память устройства, работает все быстро, есть голосовой поиск. Фронткам. Сейчас найду. Маршрут построен. Также дополнительно можете любые другие приложения скачать, например, онлайн-телевидение. Вот каналы подгрузил. И смотрим. Граждане, приготовьте документы, выходим по одному. Выйдешь, беги к лесу. Дополнительно установили выносной микрофон. Он работает как голосовые команды. Громкая связь. Громкая связь осуществляется по Bluetooth. Также музыку можно с телефона раздавать. Если остались вопросы, хотите подобрать, установить, обращайтесь, с удовольствием это сделаем. На работу даем гарантию 1 год, и у магазина есть своя служба технической поддержки. В регионы посылку отправляем, можно при получении проверить и после этого оплатить. Спасибо за просмотр и удачи на дорогах!